Доброе утро, друзья. Я сейчас буду готовить картошку. И научу? И научу. Всех? Ну, всех картошка. Что лук и картошка? Понадобится. Для того, чтобы приготовить картошку жареную? Да. Что мы с ней будем делать? Будем резать. И? И? Жарить. Хорошо. Картошку мы порезали. Будем ее сейчас что? Будем ее жарить. А пока она будет жариться, будем резать что? Лук. Правильно. Сейчас мы жарим. На чем? На сковородке. На сливочном? На сливочном масле. Масле? Точно. И будем резать? Будем кидать картошку. Да. А потом начнем резать? А потом начнем резать лук. Правильно. А загадку про лук какую ты хотела рассказать? Сидит дед, просто суп одет, то размает, тот слезы проливает. Ну а пока все думают, что за загадка такая, мы пойдем резать отгадку, да? Да. Никто не знал, что добавляет лук. Да. А это была загадка про лук. Правильно. Ты у нас умница, да? Угу. Добавляем лук. И самое главное, что ты любишь делать, это солить, да? Да. Будешь солить? Да. Ну, давай посолим. Как чуть-чуть, как рыбок кормить, давай? Да. Вот. Да. Я чуть-чуть, можно? Да. Все. И ждем, да? Угу. Пока она поджарится, будем перемешивать ее. Уже почти, да? Уже почти, да. Неужели? Готово. Насыпаем? Да. Будешь завтракать? Да. Точно? Да. Точно. Эх, вот это ты картошку пожарила, да? Всем приятного аппетита. Вот такой у вас завтрак с фрикаделькой. Вкусно? Да. Попробуйте. Горячую картошечку. Вкуснотища? Да. Да? Всем пока. Всем до свидания. Подписывайтесь. Подписывайтесь на канал. Ставьте. Ставьте лайки. И коммен. И комментарии. Точно.